Тут у нас пыль, маленькие частички износа внутри. В общем, надо заняться с пылью. Да? Хорошо. Пыль так пыль.
никаких грязи, ничего нет. Еще раз показываю. Вот, все чистенько. Ну, естественно, я его на камеру поставлю, проверю, что линзу закрутил по резьбе, что все резко, но я чувствую уже как бы. Так что так. Так, пыльный 1755, да? Нужно почистить нам пыль. Сейчас включим. Ситуация. Вот это шлейф стабилизатора. Здесь видно, что никто никогда сюда не лазил. Винты все закручены. И здесь вот это вот место, если неграмотно снимать вот эту деталь, обычно вот это здесь вот появляется трещина. Здесь перегиб стабилизатора, то есть когда зумирование работает, вот эта вот гармошка работает на изгиб. Но трещин как бы я здесь никаких не вижу. Вот так вот невооруженным взглядом. Вот, но и не помню на мою память, чтобы он такой был. Вот. Это шлейф диафрагмы, он трескается чаще. Здесь тоже вот такой вот. Но он выглядит хорошо. Вообще в целом объектив выглядит практически непользованным, поэтому не думаю я, что здесь что-то правильно. Вот. Дальше лезть абсолютно бессмысленно, потому что, ну что, стабилизатор менять, диафрагму со стабилизатором, там, шлейф перепаивать, еще что-то. Большого смысла в этом нет. Пока работает, пусть работает, а уж если
неисправность будет посерьезнее, то по постоянию, так сказать, то и будет видно, что делать. Сейчас максимум, что я могу, это вот не видно, я протираю все контакты. Вот, все протер. И собираю его назад. Еще протру вот это вот протру. А здесь протру я ацетоном.